Здорово, мужик. Короче, я решил на второй день убить ноги. Вчера я делал 100 приседаний с 10 килограмм. Ну, сегодня со своим весом буду делать. Так что будем убивать ноги и проверять, как оно будет больно. Через боль будем идти до конца. Вот, соответственно, я думаю, мышцы будут прорабатываться и будет рост небольшой. Я думаю, небольшой, но будет в любом случае. Короче, погнали к делу. 100 раз. Можно еще. Слушай, ну мышцы подзабились, честно. Короче, больно, но как-то все это ерунда. Все, мне кажется, в голове. Просто сейчас буду, после этого буду двигаться так, как дедушка, например, да? Вот. И сейчас нужно что-нибудь принять, то есть покушать что-то белковое, там, яичницу, там. О, там, не знаю, можно протеин съесть. Фух, мясо, рыбу, что-нибудь такое надо поесть, чтобы все восстановилось. Вот.
и мышцы разминать желательно. Думаю, что они не забивались, не болели потом. То есть, как бы вот таким образом. Все. Нормально. Продолжаем заниматься. Мужик, давай. Ну его нафиг сидеть. Просто так. Давай будем заниматься. Все, спасибо, подписывайтесь, лайки ставим, комментируем ваши пожелания, какие вы хотите. Короче, ребята, давайте, занимайтесь спортом, будьте здоровы, пока. Погнали!